Проигрыватель компакт-дисков TIC PDH01 оснащен высококачественным цифроаналоговым преобразователем Bar-Brown PCM5102, обеспечивающим очень точную обработку аудиосигнала. При этом аппарат имеет два цифровых выхода, и его можно подключать к фирменному внешнему ЦАПу еще более высокого класса, например UDH01, входящему в тот же модельный ряд компании TIC. Внешне аппарат выглядит весьма привлекательно. Плеер изготовлен на антирезонансном шасси с толстой передней алюминиевой панелью, может иметь черную или серебристую отделки. Привод, установленный в этом плеере, изготовлен на фирменных производственных мощностях. Он имеет щелевую загрузку диска, которая исключает случайное повреждение его поверхности. Благодаря применению транспорта со щелевой загрузкой, корпус плеера удалось сделать весьма компактным, и в целом его габариты соответствуют моделям из линейки Reference 01. Поэтому для TIC PDH01 совсем несложно найти место не только в AV-стойке, но и на рабочем столе или книжной полке, что во многих случаях оказывается весьма ценным. Разъемы на задней панели плеера имеют позолоченные контактные поверхности. Проигрыватель комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления. В TIC PDH01 предусмотрено несколько вариантов программного воспроизведения композиций. Проигрыватель обладает весьма высокой экономичностью, он потребляет от электрической сети всего 5 Вт во время воспроизведения дисков и 0,5 Вт в режиме стенд-бай. Кроме того, TIC переходит в состояние пониженного потребления энергии после 30-минутного бездействия. PDH01 обеспечивает высокое качество звука и имеет надежную конструкцию, характерную для всей техники TIC.